стенах нефтяного университета прошла уже третья международная конференция, посвященная теме российской государственности. В конференции принимали участие студенты из аграрного и педагогического университетов. Почему же студентам технического вуза так интересно принимать участие в конференции по истории? Сейчас узнаем. Уже третий год кафедра истории и культурологии проводит международную научно-практическую конференцию студентов, аспирантов и молодых ученых, которая носит общее название «Российская государственность». Почему именно российская государственность? Дело в том, что в общем-то в обществе сейчас востребована именно государственность. Каким образом государство реагирует на те или иные запросы населения, как оно старается удовлетворить эти запросы, и каким образом с наименьшими потерями для населения выходить из кризисных ситуаций. Я участвовал на конференции с докладом по теме «Историко-философские основы пропагандистской деятельности Третьего Рейха». Мой доклад о том, что идеология Гитлера, идеология Третьего Рейха, на самом деле, если ее направить в нужное русло, не была бы настолько ужасной, как это показало нам время.